Значит, переходим ко второй части нашего урока. Это съемка в низком ключе. Я специально оставил свет пока такой, какой он у нас был. Мы только поменяли фон на темный. Больше ничего не трогал, чтобы показать, как я все это меняю и что мы делаем. Итак, съемка в низком ключе. В данном случае мы снимаем как бы рецепт для книги. То есть у нас будет само изображение там блюда и, соответственно, место для текста. Обязательно вставляем сразу, и потом я уже в фотошопе покажу, где мы его там размещаем и как чего делать. Я меняю насадку. Вместо стрикбокса мы возьмем... Артем, подай мне, пожалуйста, вот там внизу лежит у тебя рефлектор. Сразу с сотами нам, по-моему, есть. Там есть один с сотами, дай мне, пожалуйста. Есть? Или соты сразу дают вместе. Да. Аккуратненько. Спасибо большое. Это маленький. Ладно, пойдем. Окей. Рефлектор с сотами. Самый обыкновенный. Пока соты не одеваю, потом буду смотреть по ходу дела, что к чему. И, как всегда, вернее, должен быть рояль в кустах. Мы достаем наш рояль в кустах. Это Рост-Рама. На вопрос, можно ли снимать без Рост-Рамы, я всегда отвечаю, можно. Но не нужно снимать без Рост-Рамы. Почему и зачем нужна нам Рост-Рама, я объяснял уже 1000 раз. Для тех, кто не помнит, рассказываю еще раз. Что у нас происходит? Видно меня, да? Все нормально, Артем? Все, что происходит с софтбоксом. Вот у нас софтбокс. Мы поворачиваем софтбокс сюда, у нас свет светит туда. Мы поворачиваем софтбокс сюда, у нас свет светит туда. И, и кроме того, от софтбокса распространение света происходит почти в 180 градусов. Если мы не используем соты, правда. Но мне нужен не прямой поток света, а градиентный луч света. Для того, чтобы получить градиентный луч света, нам поможет только Рост-Рама. Потому что источник света у нас светит не перпендикулярно рассеивателю, вот он рассеиватель, да, свет, а немножечко под углом. Таким образом, у нас в одном месте пятно света более яркое, и потом уходит плавный градиент, ну, в какую сторону мы повернем источник света. Наглядно это выглядит так. Сейчас включаем. Вот так. Вот у нас софтбокс ровно светит. А вот я начинаю поворачивать. Артем, видно там, да, как уходит темное пятно? Вот так у нас получается градиентный свет. Так. И сейчас прямо вот я не знаю, какой кадр мы будем снимать. Я видел только его скицу, да, то есть скетч. Или как это по-русски называется? Референс. Но Наташа сейчас будет рассказывать, что она хочет получить. И таким образом мы сейчас все это, так сказать, увидим вживую. Итак, кадр будет вертикальный. Понятно, что для книжки вертикальный. Хотя бывает так, что картинка должна быть не то, что строго вертикальная, а укороченная и даже в квадрат. Вот сейчас у нас есть заказ. Надеюсь, что будет заказ, где будет картинка квадратная в книге. И нужно будет изначально снимать ее в квадрат. Я включаю камеру. Так. Как бы нам так сделать, чтобы было видно сразу, что происходит. И live view. И отодвигаемся. И что делать? И Наташа хочет, что? Наташа хочет, чтобы был угол стола. Чтобы был угол стола у нас. Вот такие у нас референсы есть. Я сейчас прям покажу. У нас есть референс, который показывает мне, что должен быть угол стола. И при этом, все. И там черный фон абсолютно. Лежит. Поворачиваем. Куда он у нас смотрит? Вот сюда, да? Вот так вот. Вот так, правильно? Вот так вот. Вот там мы его видим. Надо еще ниже камеру ставить, я так понимаю, да? Нет. У нас должно быть Рост-Рама нужно отодвинуть, еще. И поближе. Рост-Рама нужно отодвинуть немножечко. Не обязательно нужно. Чего ближе? Еще раз. Но здесь не видно край стола. Правильно, потому что повернуто ровно в другую сторону. Да.
Вот так вот. 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 И он у тебя прямо вот так вот. Вот он. Наведем резкость. Итак, мы начинаем выставляться, но при этом я сразу вижу, и Наташа мне говорит, что камера слишком близко. Я ее поднимаю, естественно, и отъезжаю. Значит, пока про свет мы еще не говорим. Я пока поставил только фрустраму и за ней поставил светильник один с отражателем. Больше ничего, ни о чем речи пока что нету. Так. Давай я сделаю снимок, и мы будем начнем смотреть, что останется. Иначе... О! О! О, так уже хорошо, уже практически все сняли. Шучу. Ну, мне для того, чтобы выстроить композицию, мне еще надо сзади, чтобы было место, чтобы я еще... Где? Ну, что-то еще туда поставлю, например. Может, чуть-чуть все... Значит, толкать... Толкать стол сюда. Вот так? Вот. Вот так. Что впереди, перед, ты сейчас стоишь прямо попой, прямо в камеру. Мы это даже вырезать не будем, это очень здорово. Вот. Окей. Типа так. Типа так. Угол сейчас достаточен? Да. Или еще отъезжать? По-моему, нет. Блюдо тут уже все. Может, высоту пойдет, значит, все нормально. Окей. Я сейчас включу запись экрана. Так. Итак, пока Наташа там начинает крутить, вертеть, я покажу, как это все выглядит сейчас на экране. Та-дам! Что-то тарелка убежала куда-то? Или да, я ошибаюсь? Так, мне кажется, так хорошо, когда она... Когда она убежит сюда? Да, куда чуть-чуть обрежет. Да? Да? Открываем немножечко диафрагму, делаем еще кадрик. Вот так вот. Окей, по установке света пойдем потом чуть подальше. Пока что Наташа устанавливает свои причиндалы, то есть композицию. Я пока проверю, что у нас происходит с сотом. То есть пучок будет более направленный. Но не стоит забывать, что соты у нас съедают приблизительно два стопа практически. Разные соты по-разному. Но вот эти я знаю, что у меня съедают два стопа, поэтому я поднял мощность светильника на два стопа. Так, смотрим, что у нас получается. Где картинка? Ку-ку. Вот. Я бы еще поднял бы. Или нет? Я просто... Открою диафрагму, не забываем, что мы снимали на 11, у нас было очень темно. То есть, вернее, в прошлом кадре было очень светло, поэтому мы закрывали диафрагму, нам нужно было больше глубину резкости. Сейчас, наоборот, нужно меньше глубину резкости, соответственно, я могу приоткрыться вот сейчас уже до... Сейчас скажу, до скольки это уже? До 9, до 8. Вот, сейчас мне все нравится, по свету все нравится. Сейчас расскажу, как что стоит и как что, что где что делает. Итак. Смотрите, прострама с этой стороны, я ее двигаю немножечко еще. Так, Наташа, тебе нужно вот этот подвинуть, тому как он не мешает же никому, да? Не мешает. Мне прострама нужно чуть-чуть подальше. Светильник у меня стоит, а меня там, наверное, не видно. Сейчас мы выключим, переставим камеру. Поехали. Светильник у меня стоит под углом к фрустраме, то есть не ровно светит в нее, а под углом, чтобы у меня был такой градиент, так как, во-первых, у нас там будет бокал в первую очередь, да, по бокалу должен пройти стеклянный блик, он должен быть, и он должен быть красивым, да, поэтому я фрустраму даже еще подвину туда немножечко, там уже начинает закрываться, что мне мешает, мне мешает провод. Не мешает провод. Провод мы уберем и ничего мешать не будет. Что ж такое? Вот. Вот так. То есть фрустрама и под углом к ней стоит светильник.
Сейчас единственное, что я хочу еще посмотреть по высоте светильника. Почему? Потому что у нас очень красивая тарелка с таким рельефом. Этот рельеф хочется увидеть. Поэтому чуть-чуть выше и чуть-чуть мощность на полстопа прибавим еще. Смотрим, 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 смотрим. Так. Вот у нас тарелка видна. Там все размыто, черный фон. Здесь у нас место под текст. Окей. Ждем теперь блюда сборки. Сейчас переставим камеру на сборку. Пошли. Вот такая композиция у нас получилась. И сейчас... Ну, композицию здесь очень сложно сейчас увидеть, поэтому как бы она получилась там в камере, отсюда она вообще ничего не получилась. Получилась такая, как я себе задумывала. Да, но она с той стороны, с камеры. Да. Да. Сейчас мы наливаем вино. Это у нас сок вишневый, который будет нашим вином. Всегда используем такую речку для того, чтобы ровненько налить и чтобы наши краешки, не знаю, пока что хватит или нет, это мы потом еще посмотрим. Так. Дальше у нас наше блюдо состоит из пюре, фасоль и большого кусочка мяса, стейка. Значит, мы сделали пюре обычно. Я положила его в кеперский пакет. И сейчас мы сделаем такую подушечку. Если можно чуть-чуть громче говорить. И сейчас мы сделаем из него подушечку. Тут играет веселая музыка, потому что трагическая пауза такая прям такая. Включить я музыку не могу никакую, потому что авторские права, вы знаете, что ни черта включать нельзя. Поэтому мы все в тишине делаем. Даже с закрытыми окнами, чтобы с улицы музыка не неслась. А то там все гуляют, веселятся, потому что в Беларуси коронавируса нету, поэтому все очень здорово и весело. И опять трагическая пауза. Что-то пюре у нас много, не? Ну, нормально? Положим мясо. А, да, у нас мяса много. Сварка. У нас очень крутой кусочек мяса. Сейчас его прям покажу. Можно я его покажу? Да. Да. Классненький такой. Вот мы его пожарили. Получилось очень, очень сочный кусок мяса получился. Теперь Наташа укладывает спаржу. Спаржу я готовил. Сразу рецепт надо рассказывать. Просто обжариваю в масле. Вообще-то я еще люблю ее поливать лимонным соком. Можно отварить сразу в подсоленной воде с лимонным соком. Но я люблю жареную и поливать ее потом лимончиком. У меня слюнки потекли. Хотя вроде сейчас кусочек мяса съели. Ничем особенным спаржу мы не обрабатывали, так что это блюдо можно будет потом съесть. Ура! Никакого желатина, ничего тут нет. В спарже нету желатина. Запись идет. Давай. Мы делаем пробный снимок после укладки спаржи. Картинка сразу кардинально меняется, что вы увидите сейчас на экране, потому как появилось светлое пятно, красное пятно, яркое белое пятно, зеленые яркие пятна. Очень красиво, между прочим. Шик, блеск, красота.
Окей. Все хорошо. Сейчас, ну, я чуть-чуть подвигаю, сейчас ставлю, потому что мне хочется, чтобы она больше она свисала. Ну, такой ритм, чтобы появился. Ну, сейчас мы положим наш кусочек мяса. Определим, где у него фотогеничная сторона. Мясо. Значит, мясо не дожаривается, как правило. Давайте я поднесу, наверное, камеру поближе. Вот так вот. У нас есть второй план. Ну, на всякий случай вот покажу отсюда. Ну, тоже нужно сделать кадр, чтобы посмотреть, как... Окей. Я отъезжаю. Вот так. Да. Опять делаем. Мясо положилось, делаем следующий кадр. Смотрим. Вот оно. Сразу видим, да, что у нас с одной стороны мясо очень красивое, фактурное и текстурное очень, да, но при этом эта сторона у нас очень темная. Его мы будем потом мы будем подсвечивать отдельно только эту сторону. Поехали дальше. Мне хочется немножко разогреть. Кого? Мясо. Ну, крути. При том, что, естественно, например, я могу совершенно спокойно все это вытянуть. Да? Давайте мы сейчас все тени поставим и точку черного поставим на места. Тени и света все поставим на места. Вот они. Все в ноль пошло. Да? Я даже контрастность поставлю в ноль. Вот так. И теперь смотрим. Здесь у нас текстура мяса классная, здесь у нас ничего нету. Ее мы будем подсвечивать потом попозже отдельно. Ну, сейчас я сверху хочу ложить лучок. Посмотрим. Лучок, опять же, даст нам яркое пятно наверху. И вот тут нужно учитывать то, что у нас светлая картошка, темное мясо, и опять лучок будет яркий, светлый. Поэтому освещать, поднимать освещенность всего нам нельзя. Мы просто нам пересветим картошку, пересветим лук. Поэтому мясо нам нужно подсветить будет отдельно. Пока Наташа укладывает лук, я найду свои помогаторы, которые дадут возможность мне подсветить мясо. Так. Ну, вот, наверное, этого будет достаточно. Итак, чем мы подсвечиваем какие-то определенные места? Нам нужен точечный какой-то источник, и это может быть обыкновенная там, фольга, картонка золотистая, да, все что угодно. Вот у меня зеркальный картон, и он на так называемой третьей руке. Эта третья рука продается в любом магазине радиотехническом. Это штука, которая поддерживает для пайки плату. Она поддерживает плату, здесь еще увеличительное стекло стоит, при помощи которого мы смотрим на плату. Ну, не мы, а ну, эти... паятели плат. А мы оп, сейчас, вернее не сейчас, я пока что его отложу тут в сторону, а потом вот здесь вот буду подсвечивать. Сделай, пожалуйста, камеру. Контрольника, да? Смотрим, что у нас происходит. Лучок. Лучок. Вкусный лучок получился. Но правая сторона у нас вся в темноте, да? Поднять освещенность я не могу. По нескольким причинам.
еще один кадр сделаю. И открою диафрагму еще на... Да, отлично. Пересветов нету, все хорошо. Вот на этом уровне я остановлюсь. Вино немножечко светится, этого вполне себе достаточно, больше его просвечивать не нужно. Хотя на самом деле мы можем, конечно, подсветить так, чтобы вино засветилось, потом посмотрим. Все, я могу подсветить не дальше? Да, ты можешь подсветить, я лазерин потом уложу, когда будет готов полностью кадр, чтобы не забыл. Очень сложно найти здесь то положение, при котором будет подсвечена эта сторона. А? Во-первых, потому что очень мало света сейчас, а самое главное, горит вокруг свет дедалайта, и, соответственно, поймать блик какой-то очень тяжело. Будем пробовать наугад. Ну, зная, что угол падения равен углу отражения, да, будем направлять его туда, откуда отразившись, он нам даст, внимание, вот такой вот красивый блик. Та-дам! И вот она, сторона вся уже подсвечена. Да, все хорошо. Наташ, мне не нравится, что из бокала растут волосы. Их нужно ближе сюда. Они очень в расфокусе, да, и они совершенно не это. Пока что просто их поставим, посмотрим, мы именно расфокус посмотрим, потому что иначе они там напоминают мне коронавирус. Давай я попробую их просто гуще сделать, чтобы они были. А я бы вообще поставил букет с цветами. Ну, слишком высокий, нет. Может, все равно размыли. Вон он букет. Вот он этой лаванды, например. Лаванда, мне кажется, там будет лучше смотреться. Она сама черная, но какая разница? Она в черном полотенце? Сейчас я гляну через видоискатель. Левее. Этикетку от меня убери. Вот. Вот так. Да, отлично. Покажи. Ходи. Она и запомнит вот эту черную, потому что здесь все равно ничего нету. Ну, мне просто слишком много. Ну, многовато, да. Поэтому я думала, там такое. Так. Мне нравится, что отражатель немножечко подсвечивает мне еще и тень под тарелкой, поэтому я его чуть-чуть поверну. Совсем немножечко. Пробую пока это, а я пока посмотрю именно блик на мясе. Так. Слишком я его перевернул. То есть очень сильно. А, у нас нет лайфью. Включаем лайфью. И еще. Вот так. Тем временем Наташа поставила мне букет уже там сзади. Сейчас посмотрим, если он с коронавируса превратился в цветочки. Ну, сейчас лучше, да. Вообще хочется что-то вот. Что? Куда-то сюда. Ну, на самый край ставь. Почему нет? Чтобы не упало от сотрясения. Ты сейчас твоя попа опять в кадре, спина твоя в кадре, попа в кадре, все, что хочешь, кроме стола. Так и оставим, между прочим. Женихов тебе будем искать. По всему этому. Всего так, мира. Да, по всему миру. Вот, вот сейчас меня устраивает блик. Волосы за стаканом меня тоже устраивают, в общем-то. Их можно подсветить немножечко. Каким образом? Чтобы они все-таки поярче зажглись. Я чуть-чуть отодвину светильник. Невкусно звучит волосы. Ну, а что же я могу сделать? Невкусно звучит. Вкусно будет. Главное, чтобы потом смотрелось это все вкусно. Ты что-то передвигал? Я убрала с салона. Поставила одну. А перечень стоит. Такой уж. Думаешь? Ну, в общем, да. А ты не хочешь деревянную машину поставить? Нет. Нет? Нет. Ну вот. Ну ладно. Окей, вот этот блик меня совершенно устраивает. Вот этот вот еле-еле-еле-еле. Он мне все вытаскивает, потому что потом я просто-напросто могу пройтись кисточкой. Это мы будем делать в конце урока. Но я сейчас здесь просто покажу, что это все очень легко. Вот так вот вытянуть это все. Вот так вот. И все.
О, отлично. Все супер отлично. Так, ну что, финальный кадр? Уже все? Давайте посмотрим, проверим его с отражателем. Этот же кадр. Потому что фон у нас все равно будет черный абсолютно. Почему у нас черный фон? Все же понимают, почему у нас черный фон. О, с отражателем уже слишком, да, уже слишком нету объема вообще. Да, нет атмосферы, все верно. Согласен, согласен, согласен. Убираем отражатель. Еще раз поправлю. Так, ты еще зелень будешь ложить, да? Да, еще будет намного. Так, я сейчас доведу вот этот отражатель до того, чтобы он... Да, у меня тот блин, который нужен, а потом уже будешь его. Видите, с отражателем получилось плохо. Вот сейчас... Во! О, блин, вообще прекрасный. Великолепный, замечательный, сочный. Не хочется еще темнее вот увести задний план? Да. Задний план вот тот вот. Там сейчас стоят вот те штуки, отражатели, затемнители, и они нам мешают. Артем, убери их, пожалуйста, вот сюда в сторону. Оба, два. Это они светятся сейчас. Хочется какую-то такую загадочную атмосферу. Загадочную атмосферу где? Гадочную атмосферу. Загадочная атмосфера по фотошопе делается, да? Она не делается тут. Там светился у нас этот. Сейчас он не должен будет светиться. Что, а что это снизу? Вот это. Где? Ну вот это вот что-то показываешь. Вот это? Это? Полоса такая. Это уровень пола и стены. Стена по пол черная, это темно. Это потом в фотошопе нужно будет убирать. Никак, к сожалению, ты не уберешь, потому что по той же причине, что у нас сейчас светит дедолайт еще, и, а так бы стена была черная абсолютно. То есть при съемке этого бы не было. Но мы уберем это в фотошопе потом, просто затемним, это одна секунда делов, и все будет хорошо. Черное это не вытаскивает, да, темнее сделать всегда можно, светлее тяжело. Но мне все нравится. А можешь салонку чуть-чуть ближе, ой, перечень, чуть-чуть ближе. Буквально миллиметр сюда. Я сейчас сниму, а то она где-то... Вот это расстояние мне очень нравится. Она теперь, наверное, там из листочка вырастала. Не знаю. Пока не знаю. Нет, все равно хорошо. Вот пускай так вот. Пускай останется так. Все, последние эти. Сейчас я остановлю камеру на секундочку. Итак, я начинаю снимать финальный кадр. То есть не финальный кадр, это урок еще. Мы еще будем один снимать потом кадр с другим совсем цветом. Но финальный кадр, который вот этой композиции, которая у нас получилась. Итак, у нас низкий ключ. У нас один источник света. Вот там он стоит за фрострамой, повернут к углом к фростраме. А давайте мы это покажем вообще. Вот так вот стоит источник света, он направлен под углом к фрострами, и, соответственно, мы имеем градиент вот отсюда туда. Это он у нас появляется на бокале, этот градиент, и на кусочке мяса тоже. Вот такой сумбурный кадр получился у нас сейчас. Сейчас я пойду снимать финальный кадр. Пошла. Для того, чтобы наше мясо казалось только что приготовленным, горячим, мы сейчас его немножечко смажем. Можно оливковым маслом, можно соевым соусом смазывать. Вот оно у нас начнет блестеть. Хорошенько промазываем уголочки. Потому что на уголках будут красивые блики. X-T4 Fuji, к сожалению, еще не вышел, поэтому Артем держит в руках Pentax K1 и с огромным объективом 70-210. И руки у него дрожат, он, видимо, пил последние несколько дней. И поэтому у нас немножко будет картинка крупного плана иногда дрожать. Но я надеюсь, что это не помешает ничему. Ну, как я вижу, оно вообще-то хорошо очень смотрится. Вот Наташа сейчас смазывает маслом мяско для того, чтобы оно... смотрелось свежий, испеченным, свежепожаренным, вкусненьким, обалденным мяском. Все. Все, я пошел снимать финальный кадр.
5. Резкость. Артем, покажи, пожалуйста, вот здесь вот крупным планом. Вот эти красные пятна – это зона резкости. Вот я ее могу менять и, соответственно, видеть, куда у меня бегает резкость. Я навожу ее, соответственно, на передний план мяса. Да, вот оно. И делаем щелк. И смотрим сюда. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, резкость у нас, так, надо же очки с ней посмотреть, у нас очень классно вышла, как ее зовут, спаржа, и мясо пошло в расфокус, поэтому мы чуть-чуть еще сдвинемся, на буквально пару миллиметров, и сделаем еще раз кадр. Так. Ну вот, вот оно, сочнее, вот оно. Передний план у нас немножечко размыт, соответственно. А, опять же, для книги это совершенно не важно, даже можно еще открыть диафрагму, да, это будет красиво смотреть, когда все-все-все размыто. Здесь же я могу все это поправить, немножечко тени выправить и прочее. Этим мы будем заниматься уже на фотошопе в конце этого урока. Сейчас мы попробуем еще подымить вот этот кадр обыкновенным, как он называется? Вейпом. Обыкновенным вейпом я сейчас просто дымну немножко в кадр, а Артем нам снимет. Много, да? Очень много, но отсюда. Воплощаем мою картинку. О, еще дальше даже. О, ну видишь? Вот первый раз, когда ты дымнул, было красиво. Ты можешь? Нет, он не сможет красиво. Почему это? Косяк. Сейчас сними. О, видишь, сколько дыма? Ну, чем ближе туда, тем больше дыма будет, понимаешь? Это много слишком. Угу. Понимаешь? Угу. Ну, короче, вот, а ты сможешь с первого кадра дымность эту яркую, сделать ее не яркой? Угу, да. Вот там красиво оно так чик туда пошло, отлично. Эксперимент закончен. Итак, переходим ко второй части небольшой этого урока. Мы сейчас с ним, если можно, Даша, я подвину вот эту штучку немножко, да, я очень боюсь, что это что пойдет. Мы снимем сейчас мой любимый кадр с моим любимым светом. Это когда мы светим и постоянным, и импульсным источником света. Соответственно, наша любимая просто рама нам не нужна. Мы ее убираем. Она вообще нам не нужна. Куда? А там у нас фон. Поэтому мы ее убираем, так и она будет нам мешать. И я включаю заполняющий свет, у нас будет большой софтбокс. А этот свет пока выключаем, он нам не нужен. И нам нужно добавить светильник Педалайт. И не просто светильник Педалайта, а с проекционной насадкой номер 1. Здесь могла бы быть реклама Педалайта, но ее не будет. Проекционная насадка номер 1 дает нам возможность поставить маски Габо. Вот такие вот маски, которые дадут нам красивые пятна света. И фильтр конверсионный, который нам даст возможность у нас температура постоянного света Дедалайта 3200 кельвинов, а температура искусственного света вспышек 5600. Соответственно, нам нужно их выровнять. Вот этот конвенционный фильтр выравнивает температуру с 3200 на 5600. И берем источник
Да и давай. Мне ж видно здесь откуда, да? Артём? Да, да. Отлично. Собираем наш дедик. Один из слушателей попросил сделать кадр такой же, вот как с дедиком, но без дедика. Это, конечно, очень круто. На самом деле его можно сделать, и я покажу, как это делается. Но сниму я сейчас именно с дедолайта. Вот так. Что интересно, я включаю этот светильник, но при этом не зажигаю пилотный свет. Более того, все остальные дедолайты мы тоже выключим, потому что они будут нам мешать. Вот так выключаем. Выключи, Артём, пока. Так, друзья, рассказываю, что здесь происходит. Вот стоит точечный источник света, дедолайт. Он светит у нас на наше произведение искусства, назовем так. За ним вот здесь вот стоит большой заполняющий свет, большой софтбокс. И самая главная техническая особенность на самом деле не здесь, а в том, как это снимается. Дело в том, что мне, естественно, нужна полная темнота, поэтому ассистент будет выключать свет во время того, как я буду снимать. Почему выключать свет? Потому что у меня будет выдержка 1 секунда. Для чего? Я ставлю экспозицию по постоянному свету. То есть, чтобы мне прорисовать все эти пятнышки и блики, я ставлю экспозицию по постоянному свету, а заполняющий добавляю до того момента, пока мне нравится, скажем так, да, то есть по светлоте кадра. Здесь, естественно, будет так, как свет у нас задний боковой. Естественно, у нас будет проблема точно так же на мясе впереди, вот здесь, вот в этом месте. Она будет вытягиваться только в фотошопе. Хотя мы сейчас поставим отражатель. В любом случае, у нас там будет вся фактура, текстура, будет все видно. Но при этом все равно темноватый будет кусочек. Потому, так как если я еще чуть-чуть прибавлю заполняющий свет, у меня начинает пропадать картошка или лук. Да, они начинают выбиваться. Городить какие-то здесь флаги для того, чтобы этого не случилось, это совершенно бессмысленно. Гораздо легче в два движения сделать это потом в Lightroom или там в Capture One, в общем, неважно где. Итак, Наташа, пожалуйста, отражатель. Артём вырубает свет. Я, отражатель, чтобы не попадал в кадр, пожалуйста, делаю кадр. Наташа убрала отражатель раньше, чем закончилась экспозиция. Сейчас мы его посмотрим, если все хорошо. Сейчас, секундочку, я включу еще и запись экрана, чтобы у нас было видно, что там снимается. Вот так вот, да? Да, вполне себе неплохо, но давай все-таки поддержим отражатель, хорошо? Вырубаем свет, отражатель в кадр не надо. Свет. Вот так, отражатель убирает. Теперь спасибо большое. И вот у нас получилась картинка. Сейчас она появится. Вот она у нас в камере. Вот она у нас здесь. То есть все, что нам нужно будет вытянуть, здесь видите, вот они эти пятнышки. Да? Если я контраст сейчас подниму, эти пятнышки усугубятся. А если еще и... Зачем я это сейчас делаю? Нужно будет уже показать, когда... Раз. Виньеточку. И получится вот такая вот красота. Остальную ретушь уже будем смотреть. Здесь еще кое-что нужно сделать. Будем смотреть в конце урока, который будет прямо практически сейчас. Но просьбы трудящихся, мы попробуем это снять еще и без дедолайта. В чем проблема съемки такого кадра без дедолайта? Дедолайтом я точно управляю всеми бликами, да? Могу поставить туда, куда захочу. Как мы снимаем это без дедолайта? Нам нужен направленный источник света, то есть рефлектор с сотами. Можно без сот, в общем, это не имеет значения. Врубаем. Здесь уже можно включить пилотный свет во всю ивановскую. И берем самодельную маску Габо. Вот такой вот пенокартон с прорезанными дырочками, который устанавливаем где-то здесь. Артём, иди, будешь держать здесь мне ассистировать. Вот так вот его держи.
Смотри на блики, чтобы туда попадало. А что у нас ничего не снимается? Ага, работает. Не понял. Что за чуть такое? А, ну конечно, да. Я молодец. Сделал выдержку, при которой не работает. И теперь смотрим. Очень ярко у нас все. Я обратно зажимаю. Наклони его так. Смотри, у тебя... Смотри, вот бликами должен управлять. Должен не нарисовать это все здесь же. Так. Сейчас мы поднимем. Давай посмотрим. Ну-ну. Где ты? Где ты картинка? Ну вот она картинка, да? Вот смотрим. То есть такие же у нас лучи получаются, но пятнышки уже не будут такими управляемыми. Сейчас мне нужно будет сделать там 25 картинок. Покрути его как-нибудь еще. Да. Чтобы получить те пятна, которые бы я хотел. Если даже установить не ассистента поставить туда, а поставить туда штатив, и потом крутить потихонечку штатив, чтобы точно-точно найти эти пятнышки, все равно это будет сложно. То есть я к тому, что с дедолайтом это гораздо проще. Это может быть не только дедолайт. Сегодня постоянных источников света миллион. И направленных, из маски Мегабо, и все, что хотите. Даже я знаю, что есть какие-то дешевые в Москве, продаются там по $200 точные копии дедолайта. Не помню, кто их... Green Bean, по-моему, да? Да, по-моему, Green Bean. И, соответственно... Сейчас, секундочку. Дожму еще раз диафрагму и попробуем, что у нас тут будет. Вот. Сейчас, сейчас. Ну, вот такая картинка у нас получилась. Я ее уже немножечко подредактировал. Смотрите, давайте посмотрим до-после. Так, переключиться. Где у нас? Где у нас кнопочка-то у нас? Где? А, я опять на русском стою. Это до, до. После, до, после, до, после, до, после. То есть, что я сделал? Я вытянул в этом месте цвета, немножко поднял экспозицию. Вот она, точка, видите? Поднял экспозицию на стоп и немножко тени, не цвета, а тени вытянул. Так, и сделал виньеточку и понизил температурку с... Хотя тут даже не понижено. Давайте еще понизим. Вот так вот даже, наверное. Чтобы мяско стало выделяться больше, чем это. И Highlight и Shadows разнес, как вы видите. Потому что очень яркие блики. Их можно убрать. На самом деле в Photoshop можно будет убрать вот этот блик вообще потом. Если захотеть, опять же. Окей, перейдем к фотошопу основной нашей картинки для книги рецептов, которую мы и снимали. Итак, приступаем к ретуши нашего кадра. На первый взгляд, когда мы смотрим на него вот прямо сейчас, тут много чего непонятного. Темные пятна, слишком темное вино и прочее. Сразу скажу, все это сделано специально, да? Мы знаем, каждый из нас знает возможности своего фотоаппарата. Я специально всегда снимаю в минус приблизительно 1.5 стопа, потому что Pentax позволяет поднять... в темных местах, да, почти до, ну, с 645 до 5 стопов. Поэтому я совершенно спокойно могу экспозицию поднять так, как я захочу. Так что у меня не будет каких-то проблемных мест. Но здесь у нас, кажется, проблемное место есть. Это... Так, где у нас тут? Это у нас пюре, которое будет пересвечено, да, если что. Поэтому мы будем действовать по-другому. Итак, сначала поднимаю тени. И хайлайты, наоборот, опускаю для того, чтобы получить здесь фактуру пюре. Получили. Дальше подниму точку черного смело. Вот у нас недосветы, да, вот у нас их нету. И вот после этого только начинаю поднимать экспозицию. Вот где-то так. Все время слежу за чем? За пюре, чтобы здесь у нас остались вот эти вот волны.
Есть. И теперь у меня единственная как бы проблема. Как бы. Почему? Как бы. Потому что на самом деле у меня же есть сейчас объем. Мне нужно просто высветлить вот эту вот часть. Это делается настолько просто, что я никогда в жизни не буду мучиться с этим в, при съемке. Ибо здесь, да, извиняюсь, мы забыли взять профиль камеры. Вот так. Берем кисточку. Увеличиваем немножко экспозицию и shadows. И просто-напросто проводим ей по вот этим вот местам. Так, 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 так. Вот так вот. И теперь просто посмотрим, насколько здесь можно поднять что. Вот так вот вполне себе достаточно. Я бы еще даже температурку немножко поменял на более теплую. Вот так вот. Да, смотрим. Как видите, у нас все проявилось, вся текстура есть, никаких, как бы сказать, пропажей в тенях у нас нету, да, совершенно. Вот видите, у нас включена отсечка, и, как видите, никаких проблем с этим нету. Даже более того, я могу смело сейчас точку черного отвести обратно назад. Вот так вот. Вот так. Вы скажете, что все равно что-то непонятно, да? Здесь какой-то кусок угол, здесь что-то черное и прочее. Не забываем, что мы делаем это для чего? Для книги рецептов. Таким образом, что у нас будет здесь? Здесь будет текст. Сейчас вы увидите, как это будет все красиво. Так, Vibrance поднимаем. Saturation немножко вниз. Все как обычно. Vibrance здесь можно смело поднимать. Смотрите, единственное, что на красный, зеленый цвет, чтобы они не начали у вас вылетать какую-нибудь чепуху. В общем-то, все. Здесь больше ничего нету. Экспортируем файл. Экспорт Photoshop. Так. Единственное, что нам нужно здесь поправить, это вот какие-то пылинки, да. Опять же, я все пылинки убирать не буду, потому что это как бы перец, да, он же должен где-то там валяться. А уберем только вот волосинки какие-то тут как-то попали, вот мы их будем убирать. Обыкновенной лечащей кистью мы возьмем и уберем вот эти какие-то волосяшки. Они тут совершенно не нужны. Может быть, какие-то вот эти блики тоже убрать, потому что они тут тоже... Ни туда, ни сюда. Вот видите, вот прям волосик лежит. Вот видно его. Так, вот это что-то такое же. Яркие какие-то пятнышки вот. Ну вот. Я вам скажу, что это дело медитативное, да, то есть у кого насколько терпения хватит, столько можно и убирать. Кто-то все уберет, но я не знаю, нужно ли это. Смотрите, у нас же, в общем-то, все будет смотреться в книге очень хорошо. Теперь смотрим. По цветокоррекции, что бы я здесь сделал? В первую очередь можно посмотреть зелень, можно ли ее сделать еще более зеленее. Вспоминаем, что зеленый цвет у нас находится в желтом спектре. Двигаем ползунок. Видите, как меняется зелень? Опа! Сделали ее одновременно и нашу спаржу, и салаты вот эти вот. Что это у нас? Шпинат? Да, по-моему, да? Сделали зелененькими. Можно сделать потемнее, посветлей. Так, идем в белое. Делаем... Чуть-чуть я добавлю черного в белое. Посмотрите, где это будет проявляться. Вот здесь вот, смотрите, до, после, до. Ох, плохо видно. Давайте я больше добавлю, будет видно. Вот, сейчас будет видно. И наоборот уберу. Видите, как меняется сильно. Так вот, мне нужны нюансы, поэтому я совсем чуть-чуть прибавляю черного. Теперь я... Иду в нейтрали и немножечко прибавлю нейтрали. Я вам сильно сейчас прибавлю, чтобы было видно, что это за эффект. Он у нас дает эффект контрастности. Чуть-чуть, буквально вот плюс 2, этого вполне достаточно. Вот у нас зелень стала более яркая, более зеленая, соответственно. И сама картинка стала более контрастная. Соединяю. Далее я хочу добавить эффекта... матовости. Для этого открываем кривые,
берем точку черного наверх, точку белого вниз. И потом изгибаем кривую вот в такую S-образную. Вот так. Смотрим до-после. У нас появляется эффект матовости. На самом деле этого можно было бы не делать, потому что если книга будет печататься на матовой, печататься будет на матовой бумаге, то мы получим ровно то же самое, только без фотошопа. Так, это мы сделали. Ну, чуть-чуть я осветлю само мяско еще. Возьмем кисточку и пройдемся по мяску. Вот здесь вот. Вот так. И вот в этих местах. Ох, у меня все время кисточка не та. Вот это вот нужна мне. Вот так вот. Смотрим то после, слишком даже, опущу немножечко прозрачность слоя, совсем чуть-чуть нам нужно. Окей, и теперь, что сделаем? Опять фильтр, Nik Collection, Viveza 2. Добавляем контрастности немножечко и structure. Brightness, ну, честно говоря, можно добавить. Не забываем следить за картофельным пюре, чтобы на нем все осталось как и было в плане текстуры. Так, все хорошо с ним. Окей, все, что нам осталось сделать, это показать, что это книга рецептов. То есть нам сейчас нужно увидеть, что здесь должен быть текст. Дело в том, что я уже сделал эту картинку, да, вот она. Давайте заменим нашу картинку, ту, вернее, картинку на нашу. Вот так вот, чтобы увидеть финальный результат того, что мы делали. И вот он у нас с текстом, теперь стало все на свои места. Правильно? Место черное специально оставалось для текста. Сверху немножко черного это заголовок. И, соответственно, здесь часть занята, и здесь наше блюдо. Все смотрится великолепно, как по мне. Очень даже здорово. Я бы, знаете, ну, для примера сделал бы здесь текст поменьше. Скопировал бы его еще раз. Ой, что это? Что это? Что такое? 38 попугаев. Наверное. Command-C. Оп, Command-V. Вот так вот. Просто для примера того, как будет здесь текст. Вот такая вот петрушка получается. Все, картинка готова. Осталось только ее сохранить и в печать в книгу. На этом наш второй урок закончен. Всем большой привет. И переходим к третьей части.